Это и есть та самая многоэтажка, из окна пятого этажа которой выпал малыш. Счастливая история Ильюши, который приземлился вот на эти кусты, уже прогремела на всю страну. Это случилось 2 дня назад, однако для мамы мальчика с тех пор, кажется, прошла целая вечность. Семейство уже выписали из больницы, жизни ребенка, а ему 2,5 года, ничего не угрожает. Нам удалось поговорить с мамой Виктории и из первых уст узнать, как все было на самом деле. Честно, я даже не знаю, потому что он был возле меня, понимаете? Он просто взял машинку и пошел телевизор смотреть. Я просто поставила решетку на плиту и спалить. И пошла сразу за ним. А мне тут стук дверь. Ой. То есть это все буквально за секунду это произошло, быстро, да? Да. Это я говорила уже. Мне не верила милиция. Я говорю, это буквально пару минут. Это немного времени прошло. Он на подоконник никогда не лазил. Пока жители пятиэтажки и другие родители гадают, как такое вообще могло произойти, следователи проводят проверку. По данным следствия, днем 6 октября в Бобруйске 2-летний мальчик, находившийся один в комнате, используя детскую игрушку, забрался на подоконник, открыл створку окна, оперся о москитную сетку и выпал с высоты 5 этажа. Вопреки возможным домыслам, все соседи твердят в голос – семья примерная. Никаких нареканий в сторону родителей ни у кого нет, исключительно положительная характеристика. Мы все переживаем, потому что гуляем вместе. У меня 1,5 годика ребенка, мы гуляем вместе с Илюшей. А что о семье можете сказать? Ну, плохого ничего. Мама всегда с ним, он тут голубей гоняет, носится по двору. Веселый мальчик. Здравствуйте, говорит всегда. Пожалуй, история Ильюши, рожденного в рубашке, многим послужит примером. Но далеко не каждый подобный случай заканчивается хэппи-эндом. Между тем, производители окон давно позаботились о детской безопасности. Сегодня покупателям предлагают как минимум 3 вида систем блокировки створок от случайного открытия. Установить ручку с ключом может чуть ли не каждый. Цена вопроса такого механизма всего 10 рублей. Ручка с ключом – это самый простой механизм блокировки створки от случайного открытия детьми. Замена такой ручки по времени занимает порядка 2 минут. У специалиста это может вовсе занять секунд 40-50. В принципе, все, ручка установлена. Осталось только закрыть и заблокировать, чтобы случайно ее никто не открыл. В компании «Allure Group» отмечают, здесь заказчикам постоянно рекомендуют подумать о безопасности своих чат. И лишь 30% людей осознают всю ответственность. Также производители предлагают детские замки врезного типа. Их стоимость вместе с работой обойдется в 4 раза дороже. Однако у них есть свои преимущества. Что же касается истории с мамой и сыном из Бобруйска, это очередное доказательство того, что даже за 2 минуты, пока ребенок один, может произойти непоправимое. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск. 360.